Добрый вечер! Сегодня мы находимся в одном из самых грандиозных и великих мест для нашей всей России, а точнее в Академическом театре Российской армии. У нас сегодня в гостях наши все самые яркие звезды и наши защитники Родины. У меня один вопрос созрел. Как вы думаете, для чего, на ваше мнение, нужны такие концерты? Какие, как сейчас? Да. Ну, знаете, если вы... Вы же слышали, как люди реагировали. Как это объединяющее мероприятие, которое просто делает людей счастливыми. Понимаете? А все хотят быть счастливыми. И я надеюсь, что являюсь частью общего счастья. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? Знаете, только одного, самое главное, чтобы в сердце была любовь к своим близким, к своим родственникам, родителям. И самое, и также, и главное, любовь к своей стране. Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился. И здесь я живу, и я уверен, что лучше страны не бывает. Там, где поет душа, там, где легко дышать, и дарит свет места родные.